Международный конгресс рыбаков во Владивостоке – это общепризнанная площадка для решения актуальных вопросов отрасли. Ежегодно это событие собирает в столице Приморья представителей государственных органов и ведущих рыбопромышленных компаний. В этом году интерес к конгрессу особенно высок. Список достиг уже 460 зарегистрированных участников. 460 – это довольно большой интерес, в том числе иностранных. 8 фирм уже изъявило желание. И вся практически территория Дальнего Востока, и даже Астрахань, и даже Архангельск изъявили желание быть участниками. На пресс-конференции, посвященной подготовке к конгрессу, его участники рассказали журналистам об основных темах мероприятия. Так, отдельным блоком планируется обсуждение развития марикультуры. Президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш рассказала, что конгресс поможет решить такой насущный вопрос, как предоставление морских и земельных участков под этот вид бизнеса. В повестке конгресса также строительство флота, распределение квот и экспорт рыбопродукции. Причем обсуждаться эти вопросы будут с привлечением представителей и смежных отраслей экономики. Достаточно много сопредельных структур к рыбохозяйственному комплексу записались на участие в этом конгрессе, зарегистрировались. Всех интересует и сопредельные отрасли, и финансовые структуры, и страховые компании, и общественность, банки. Да, всех интересует, как же будет развиваться рыбная отрасль, какие предложения сделать рыбакам. В этом году Международный конгресс рыбаков пройдет с 4 по 5 октября. Основными площадками мероприятия традиционно станут администрация Приморского края и гостиничный комплекс «Лотте». Максим Яковлев, новости на Восьмом.